Да. Лизуля. Да, Димас. Смотри, вот это тебе подарочек от нас. О-о-о. Мне кажется, он подойдет для антуража. Нет, да, смотри, вот да, вот такая вот штука. Для антуража твоей комнатки. Знаешь, вот какая в Америке, да, там в Европе соседи переезжают, они дарят подарки друг другу. Да, ну, вот мы решили, вот полторашка. Полторашка от Дашки. А вот это от меня такой подарок с языком. О, боже, вот это восторг, вот это восторг. Здесь раньше Сережа, кстати, да, жили, на каждом другом. Блин, прикольно, Димас, спасибо, бро. Ну, что, теперь ждем от тебя подарок. Все для тебя. Я вам уже это... Мы вот, смотри, очень-очень в твоем стиле. Это будет пугать всех твоих гостей. Что, гостеприимство устраиваете вы сегодня? Да, мы сегодня, если заселимся, то мы сегодня вечеринку устраиваем. Да, погнали помогать. Да я сейчас это... Мне нужен этот вкус дизайн. Давайте. Не, вечеринка завтра будет, ты не готов. Ну, спасибо, спасибо за гостеприимство. Вечеринка завтра. Сегодня рано, ложусь спать, мне работать. Да? Ну да, тебе надо выспаться, ты сегодня рано проснулся, да? Да, поздно. Да, Саша мне сказал, что пришла. Да. Нормально так. Пришли тут. Принесли. Зацените, что у меня теперь. Помогла сегодня немножечко. Так, ой, бля, я же не выключила вас. Ну ладно. Ай, так. Чем кормлю Картье? Сириус корм такой. У него там... На самом деле, не знаю, он ест разные корма. Лизок. Да, есть? Лиз, под... Ну, все, сейчас. Диму, скажи.